Приветствую вас, вы на канале Angel Planet, и мы смотрим расклад на эту неделю, на будни. В принципе, у нас тут начало сентября, смотрим, как пройдут будни и что нас ждет. Ну, во-первых, нам говорят, не унывайте, ваша жизнь в ваших руках. Вспомните, что вы всеобъемлющая, любящая душа, которая может все преодолеть, и, в принципе, непреодолимых ситуаций не бывает. Вы все сможете, все сделаете, особенно если у вас есть дети, и они пошли как раз сейчас в школу. Все для детей, ну, придется многое заново начинать, потому что это начало учебного года. Ждет удача, ждет праздник, может быть, вы будете даже как-то отмечать начало сентября, начало осени и начало учебного года. Собственно, с чем я вас и поздравляю. Единственное, что вы иногда отвлекаетесь от этого и вспоминаете о том, что у вас болит сердце за ребенка, за детей, болит за то, что как же там он будет учиться, что еще надо докупить. Это, видимо, расклад для тех, у кого есть дети, у кого они пошли в школу. Если у вас дети маленькие в школу пока не пошли, то знаете, да, примерно это вот сейчас реальность вашего будущего. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «Принимаю с благодарностью», а я жду вас на личных раскладах. Запись через ссылку в шапке канала.